Врачебный осмотр перед прививкой – процедура обязательна. 700 доз вакцины «Эпивак Корона» поступило в 63-й регион. Препарат вводится двукратно. Его основное преимущество – высочайший профиль безопасности и то, что он может использоваться как для лиц старшего возраста, так и для аллергиков. В Самарской городской больнице номер 6 уже начали прививать медицинских работников и сотрудников Роспотребнадзора. Любая вакцинация предохраняет нас всех от тяжелых последствий в случае, если наш организм все-таки встретится с инфекцией. Поскольку вакцина – это не скафандр, к сожалению. Да? И если впоследствии человек встретится с вирусом, то степень реакции организма будет минимальна, и так называемый легкий вариант течения болезни. Самарская область одной из первых начала вакцинацию против коронавируса. Врачи сами не понаслышке знают, что такое COVID-19, как болеют дети и взрослые, какие осложнения дает вирус и почему так важно сделать прививку, защитить себя и своих близких. Препарат вводят внутримышечно, в плечо. Никакой боли и неприятных ощущений, говорят медики. Преимущественно выделяют три основные категории людей, которых необходимо прививать. Первое. Это работники, их так называют. Потом вторая категория людей – это люди, которые учатся в средних и высших учебных заведениях. И третье – люди, подлежащие призыву. Мы смотрим в перспективу и вперед. У нас указано 34 медицинские организации, которые в перспективе будут заниматься привитием всего нашего населения. Это почти 3 200 000 жителей. На данный момент в регионе вакцинацию прошли более 3500 человек. С началом массовых прививок список категорий будет расширен. В течение января и февраля в Самарскую область планируют завести почти 140 000 доз вакцины «Спутник Ви». Мария Ильчан, события.